Магот – единственный вид бесхвостых обезьян из рода макак. Это очень общительные коллективные животные. Живут эти обезьяны большими группами – до 30-50 особей. Так же, как и у многих стадных обезьян, у маготов четко выражена иерархия. Самка, занимающая низкий ранг, никогда не позволит себе ни с какими намерениями, даже самыми благостными, подойти к самцу. Она будет подчеркнуто держаться в стороне. Магот – это единственный вид европейских обезьян. И хотя в природе они встречаются значительно южнее, на Пиренейском полуострове, наша теплая осень им тоже по душе. Даже когда многочисленное племя приматов уже отправилось на зимние квартиры, макаки-маготы продолжают развлекать гостей экопарка своим забавным поведением. Они то устраивают стремительные гонки друг за другом, то тщательно вычесывают шерстку сородичей, то деловито обследуют теплую подстилку вольера в поисках зернышек, которые специально разбрасываются для того, чтобы приматы не скучали и разнообразили свой досуг поиском вкусного угощения. Эти бесхвостые макаки уже довольно долгое время являются живым символом Гибралтара. Согласно поверью, Гибралтар будет оставаться британской территорией, пока там будет жить хотя бы один магот. Согласитесь, это большая ответственность перед английской короной. Остается добавить, что в зоопарках Украины маготов можно увидеть только в Фельдман-экопарк.